Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем трэш. Вот я просто вот тупо угораю с тупости человека. Вы скажете там, вот оскорбление, ну просто это уже, я не знаю, ролеба головного мозга, это уже просто, наверное, мягко сказано. В общем, заснял я предыдущий видос, я там оговорился, сказал умение героя талант. Ну, в принципе, я вам саму суть хотел показать. Умение талант это да, разные вещи, не спорю. Блокировка, разбираем блокировку, опять разбираем спектр, потому что это уже спектр головного мозга. В общем, было сказано, я сказал четко и ясно. Есть герои, у которых есть встроенные умения, да, то есть, ну, скажем так, базовые статы вот от разработчиков, базовые статы от разработчиков, там, не знаю, полностью все. То есть это умение героя. Талант это то, что мы ему там крутим, вертим, там пятые таланты, то есть добавляем. Это не имеет отношения к этому. Мы говорим конкретно спектр и умение. То есть мы сосредоточились, ловим мысль, спектр, умение. У героев некоторых есть умения, которые работают всегда, то есть они не блокируются. Есть умения, которые срабатывают, то есть это умение, то есть он может там хилить, он может замораживать, он может, то есть он включается. У нашего любимого Релинуба вот просто, по-моему, вскипело, закипело, подгорело. Вот я не знаю, что к этому так относиться, можно просто признать, что ты не знаешь, как работает спектр. Потому что, видимо, человек не понимает, что такое встроенный все время иммунитет, и который набывается со временем. Что такое встроенное ограничение, которое нельзя снять от разработчиков, это заложено, что его нельзя заблокировать, его нельзя снять. И что такое, которое можно снять. Я вам просто на примере сейчас все прекрасно покажу, уже растолкую, чтобы ну, просто вот вы поняли, насколько у человека, я не знаю, подгорает от того, что он не прав. Первое, там было еще даже сказано, вот ты не досмотрел весь видос. Во-первых, в твоих видосах нечего смотреть. Может, ты откроешь там, не знаю, лицо хотя бы, чтобы было видно, о чем ты разговариваешь, понять твои эмоции, а то только одни слова. Темный экран, там я просто пересмотрел весь видос. Вот я специально зашел на момент, когда был спектр. Я не смотрел весь видос. Дальше была речь в видосе, что не работает у героя что-то. Сейчас все проверим, сейчас все посмотрим, как работает, не работает, остальные баги. Я вам просто покажу, что такое спектр. В общем, поехали. Было показан ворожей с воодушевлением. Спектр блокирует умение, не дает набирать энергию. Блокируется использование умения героя. Да, все правильно. Причем тут ворожей и причем тут землеройка? Вот просто убивает тупость. Я не говорил за землеройку, я не говорил за ворожея. У них есть встроенный, да, вот берем конкретно ворожея, у ворожея есть встроенный иммунитет. Но это просто уже, знаете, вот есть тупость. Это иммунитет не снимается. То есть он не прибавляется, он не появляется, он не снимается. Он есть у него навсегда. Это вот просто сложно тупо понять. Смотрим сюда внимательно. Где там наш ворожай? Сам правильно сказал и сам себя просто тупо закопал своей тупостью. Вот я вот не понимаю. Иммунитет к молчанию и другим эффектам бедствия, если я не ошибаюсь. Все. Окей. Есть это. Причем тут, когда срабатывает, я сказал конкретно за данного героя. Причем тут все остальные герои. Начинается разбираться какая-то хрень про Фрею, про ворожея, что выпускаем ворожея. Да хоть 20 ты героев выпусти, если ты не понимаешь, в чем тебе суть, ну, рассказали проблемы, в чем ты вот просто далекий, ты этого не поймешь. Не будет ворожей блокироваться, было сказано конкретно за героя, у героя, который набывает умение, то есть это умение у него срабатывает, оно у него не встроено. Та же самая Фрея, у нее
встроенное навсегда ограничение. Только могут некоторые герои это пройти. Это у нас божество, и это у нас Мэри. То есть они могут это пройти. То же самое Зефир. У него встроенное навсегда ограничение. Только божество и только Мэри может это обойти. Все, это не блокируется, это не убирается. Но вот никто за это не говорил. Нахрена эту тупость вот вообще показывать, если я этого не говорил? Я сказал конкретно за героя, конкретно за мастера рун, у которого это молчанка набывается, ограничение набывается со скиллом. Этот скилл можно заблокировать, оно блокируется. И вот просто я вам сейчас показываю, ребят, на примере, как это работает. Чтобы, блядь, просто вот вы не тупили, и по максимуму покажите этот видос, чтобы просто понимали, что у человека, ну, точно вот ролебах головного мозга. Поехали. Нападаю на свою основу, на которой стоит... Вот у меня, смотрите, специально поставил Фрею. Фрея со спектром. Со спектром специально Фрея собрана. Все, поехали, смотрим. Я убираю на дамаг, чтобы не было много дамага. У героя есть встроенное ограничение. Оно никак не блокируется, не снимается. Спектр это не блокирует. Я такого никогда не говорил, что он блокирует вот эту вот хрень. Эта хрень вообще не блокируется. Он блокирует определенные умения, которые можно заблокировать. Он не блокирует все. Это и так было понятно. Нахрена вот это вот рассказывать, эту чушь и бред, если ты не понимаешь, что тебе пытаются донести. Поехали. Я просто вот угораю, я не знаю, человека, походу, он там чуть не плакал. Подгорело конкретно. Вот вам, ребят, стоит с воодушевлением. Специально поставил с воодушкой. Смотрите внимательно. Смотрите внимательно на моих, на мою Фрею. Как на ней будет срабатывать. Сработало. Прошло сколько секунд. Все считаем. Смотрим дальше. Раз в 30 секунд срабатывает. Все нормально работает. Вот реально все нормально работает. У всех все нормально работает. У Релинуба не работает. Смотреть вторую часть видео. Какого видео, если ты вот реально не знаешь, что ты тестируешь? Смотрим дальше. 9. 338. Опять 9. Опять сейчас будет блокировка. Смотрим. Опять пошел дамаг. Опять пошла блокировка. Дамаг прошел. Нету блокировки. Опять дамаг. Об этом и речь. Что героя этого можно заблокировать, когда на нем стоит. Поехали дальше. Я еще сейчас попробую еще один вариант. Поставлю землеройку. Просто уже ну настолько тупость человека убивает. Вот вы говорите там оскорбление. Там, я никогда не оскорбляю. Ну, я не любитель этого. Но просто когда человек уже такую тупость несет. Тест Фреи... И ворожея, которые вообще к данной ситуации не имеют никакого отношения. У героя, у ворожея, навсегда встроенный иммунитет к молчанке. На него молчанку не накинешь. Если ты тупо не понимаешь, о чем речь, о чем тебе сказали, о каком герое сказали, пересмотри, пожалуйста, видео. Хватит вот это вот тупить и этот бред нести. Причем тут Фрея с ограничением. Если на это ограничение никакие блокировки не действуют, кроме некоторых героев, которые могут это снять. Это было уже давным-давно и так все понятно и протестировано. И все это нормальные, адекватные люди знают. Но у человека просто вот реально бах головного мозга. Я не знаю. Поехали дальше. Причем тут, ну, я просто вот, я вчера не хотел уже снимать это все, и решил просто со светлой головой с утра вам это все показать. Смотрим опять. Молчанка прошла. Проходит молчанка. Как-то странно очень, да, ребят? Проходит молчанка. О чем это говорит? Это говорит о том, что, блядь, просто вот научись тестировать правильно героя. Поехали еще разок сделаем. Еще человек начинает рассказывать, показывать то вообще, о чем речи не было, чтобы просто тупо замылили глаза и просто признаться, что он просто затупил. И он не знает, как работает чара и что такое встроенное навсегда, да, там умение героя, то есть это, что ему присвоено, и что такое... временное, которое может сработать в определенной ситуации. Об этом была речь.
была речь не о Фрее, не о зефирах, у которых встроены, не о героях, у которых иммунитеты, ворожеи там и прочее. Была речь конкретно о герое, что у него это умение получается. То есть он получает его. Поехали. Еще разок попробуем. Вот смотрите, 9. Не успеваю. Так будет получше. Вот. Вот просто вот о чем говорить, если человек вот просто тупо не понимает, о чем речь. Вот, я не знаю уже, что говорить в данной ситуации. Многие люди просто, ну, далековидны, особенно те, кто не разбирается. И знаете, самое плохое, что большинство просто не понимает, о чем речь. Точно так же, как и ролебах головного мозга. Ну, тут просто сказать, что человек тупой, нельзя. Это просто баран, который не понимает, о чем речь. Для других, еще раз объясняю, показываю на примере Барда. Он тоже накидывает щит, который отражает. Герой, даже давайте пойдем на русский сервер, чтобы вы просто понимали, о чем речь и каким образом убивается Бард. Если человек просто не понимает, он мог просто признать это. Но если он тупой и еще дальше себя закапывает, ну... Это просто бред. Я думаю, те, кто адекватные, ну, кто вот реально хоть что-то понимает, те поняли, о чем я говорю. Есть герои, поехали, у которых есть иммунитеты, они встроенные, они не снимаются, ограничения, они не снимаются, они не блокируются. Фрея, Зефир и прочее, никто об этом даже не говорил. Это просто, ну, об этом даже говорить не надо. Но если человек поднимает эту тему, походу он вообще тупой. И он не понимает, о чем речь. У Барда каждую секунду восстанавливает здоровье. На следующие 2 секунды щит, который отражает полученный урон, также оживляет союзных героев здоровья. Каждый герой героический так. Герой облетает иммунитетом к молчанию и бедствию. Каждые 6 секунд Бард призывает на себя щит, который превращает весь получаемый урон в лечение. Соответственно, он получает нули. Каким образом мы убиваем Барда? Поехали, посмотрим. Опять же, покажу еще раз, расскажу, что некоторые умения героя можно снять. И если они не постоянные, они снимаются, они блокируются. Все. То же самое у нас с мастером рун. Еще поехали, сразу же покажу других героев. Ворожей. Герой имеет иммунитет к молчанию и бедствию навсегда. Он не снимается, он не блокируется. У этого же героя он получается за счет умения, за счет уменьшения жизни. То есть это временное явление, которое можно заблокировать. На сегодня вот так вот работает спектр, вот так вот он работает. Можно заблокировать. Ворожея нельзя. Фрею, у нее встроенные ограничения. Зефир то же самое. Герой не может получать больше 36 навсегда и обладает иммунитетом. Это тоже нельзя снять. Все, это элементарно просто и так понятно. У данного героя это идет набор, это идет временное явление, которое можно заблокировать. То есть есть ситуации, при которой оно срабатывает. Это не на постоянке. Вот это вот сложно вот просто это понять и признать, что ты вот просто тупой. По-другому это уже не назовешь. Просто тупость. Поехали. Если у тебя нет возможностей
потестировать, просто так и скажи. Если ты не знаешь, как делается тест, так и скажи. Вот тебе явный пример. Причем там Фрей и Ворожей, я вот не понимаю этого. Было конкретно сказано в видео. Сейчас я даже зайду. Короче, в общем, пересмотрите, там максимум, что я говорился, там умение талант, я просто, ну, на эмоциях было тупости. Это одно, блядь, ну, просто я пытался донести до человека, что он не понимает. Окей, поехали. Я вам показал барда, уже показывал, как барда сливают. У него это тоже непостоянное, оно снимается, блядь. Вот как человеку вот объяснить, что оно снимается, я не знаю. Я уже просто угораю. У меня не подгорает, и к этому нормально отношусь, что человек просто тупой. Знаете, вот есть люди, которые это понимают, а есть люди, которые просто, ну, тупят. В общем, поехали. Сейчас попробуем поставить Фрэнка. Причем там ограничения, я вообще не понял. Причем там герои, у которых, если было конкретно сказано за одного героя, конкретно речь идет о герое и о спектре. Так, где там наш Фрэнк? Поэтому, ребята, не тупите, вот, не знаю, по максимуму просто сделайте репост, чтобы люди хотя бы просто понимали, о чем идет речь. Потому что есть люди, которые понимают, что такое набытый и что такое встроенное. Есть просто вот тупицы, которые не понимают. И этого уже не изменишь и не изменить. Вот человек как был бараном, так и останется. Не знаю, или сейчас на всех закинет, наверное, придется зайти и снять героя. Оставить один на один. По-другому просто не получится. Нигде не сказано, что оно не блокируется, и этот эффект не снимается. Если этот эффект снимается, это прописывается, снимается или не снимается. То есть эффект не снимается, это прописано сразу в умении героя, что эффект нельзя снять. Такие герои есть, что эффект нельзя просто снять. Но это надо, до этого надо просто еще додуматься, и это надо понять. Поехали, я сниму сейчас Фрейю, остальные герои, потому что они здесь, чтобы он сразу на барда сработал. То есть таким вот образом, ну, я надеюсь, ко многим ребятам дошло, о чем была речь. И речь не о 10, там, не о 20 героях, а речь конкретно про героя, у которого набытое это умение, которое получает этот иммунитет. То есть оно не, его не написано, что этот эффект нельзя снять, нельзя заблокировать. То есть, ну, это надо еще понять просто. Видимо, у кого-то просто тупо подгорает от тупизма. Ну, я не хочу просто оскорблять, но это просто самый полный тупизм, который я на сегодня видел. Так, поехали обратно. И человек начинает лезть в дебри, и он просто тупо не понимает, что он делает. Я вам показал землеройку, показал, о чем речь. Конкретно в данном герое. Никто не говорил о всех героях. Поехали дальше. Нападаем на Твинка. В общем, я надеюсь, вы поняли, о чем речь. И не надо будет писать третий видос, и человеку просто дойдет, что он просто тупой. Смотрим внимательно на Барда. У него блокируется его умение, которое превращает отхил. То есть аналогично предыдущему, но мы убились на отражалке. То есть просто тупо блокируется именно это умение. Никто не говорит за блокировку всего, и никто никогда не говорил за блокировку всех иммунитетов, у всех героев, там молчанки снимает и прочее. Блокируются определенные вариации героев, то есть определенные его умения.
Это надо просто понимать и тестировать. Если у человека на этом нету мозгов, то ничего не сделаешь. Поэтому я еще раз убеждаюсь в том, что не зря я начал записывать видео и не зря люди используют мои сборки. Потому что, глядя на это все, это просто crazy. Вот сейчас нули вы видите, да? Сейчас работает спектр. Тут еще у нас есть исцеление, не исцеление, а истинная вера. То есть оно еще может по кулдауну совпасть. Будет блокировка. Ну, сама суть. Надо пару заходов. Таким образом начали сливать барда. Вот, то есть проходит эта блокировка, и, соответственно, мы снимаем просто блокировка, снимает этот блокирует этот момент, блокирует, ребята, блокирует умение. Точно так же и здесь это эффект, который можно заблокировать. Как это еще объяснить для тупого, я не знаю. В общем, поставили по лайку и напишите обязательно. Блин, как это сделаем название видео? Лысый баран. Вот, просто вот так вот я назову его. Если человек просто вот тупит, то он тупит уже по жизни. Все. Никаких там вы говорите оскорблений, не оскорблений, просто к человеку не доходит. Он это сам доказал на своем явном видео. Просто свой тупизм и непонимание всего, о чем ему говорят. Хотя бы можно посмотреть и внимательно послушать, о чем тебе говорят именно конкретно о данном герое, а не о всех и не о ограничениях и молчанках. Но это просто трэш. Все, ставьте лайк, пишите комменты. Всем удачи, всем пока.